Баку угрожает войной, МИД Армении отвечает. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Очередное заявление Министерства обороны Азербайджана о провокационных действиях армии Республики Армения на армяно-азербайджанской государственной границе непонятно. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИТРА Ани Бадалян в связи с заявлением Минобороны Азербайджана. Предложение, сделанные по дипломатическим каналам и публично аппаратом премьер-министра Республики Армения, о создании совместного армяно-азербайджанского механизма по расследованию пограничных инцидентов и или информации о них, продолжают оставаться без ответа со стороны Азербайджана. Запуск такого механизма позволил бы прояснить любую ситуацию и предотвратить распространение информации, не соответствующей действительности. В то же время, попытки втянуть Республику Армения в эскалационную риторику неприемлемы. Правительство Армении продолжает оставаться верным мирной повестке дня и не отступит от этой стратегии. Что касается реформ вооруженных сил Республики Армения, приобретения вооружений и техники, мы неоднократно отмечали, что наличие боеспособной армии является суверенным правом любой страны. И Республика Армения в сфере обороны и безопасности не преследует никаких других целей, кроме защиты своей международно признанной территории. В процессе реформирования армии Республика Армения действует исключительно в рамках международного права. Мы также напоминаем, что Республика Армения по дипломатическим каналам и публично предложила Азербайджану создать механизм взаимного контроля над вооружениями и заключить соответствующий договор, который Азербайджан также оставил без ответа. Несмотря на это предложение также остается в силе, говорится в комментарии. Ранее Министерство обороны Азербайджана разразилось очередным наглым заявлением, обвиняя США и Францию и одновременно угрожая новой войной Армении. Военные учения, проведенные Соединенными Штатами Америки в Армении, оснащение Франции Армении смертоносным оружием и оказание Европейским Союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере 10 миллионов евро вдохновляют оккупационную Армению совершать подобные провокации и свидетельствуют о подготовке к очередной войне против Азербайджана, заявляют в Минобороны Азербайджана. Как передает АПА, в заявлении далее говорится, Министерство обороны еще раз предупреждает Армению и ее покровителей о том, что им следует воздержаться от намерения создать новый очаг войны на Южном Кавказе. Если подобные провокационные действия против нашей страны не будут прекращены, то будут приняты надлежащие ответные меры в целях самообороны с использованием всех средств, имеющихся в арсенале вооруженных сил Азербайджанской Республики. Отметим, что заявлению предшествовала публикация в азербайджанских СМИ о якобы сбитом разведывательном дроне в Таушском направлении.